Привет! Сегодня я поделюсь с тобой впечатлениями от использования холодильника Босфор. Мы вместе разберем его ключевые функции, особенности, а также плюсы и минусы. Обещаю, будет много полезной информации, так что оставайся со мной. Передо мной стоит холодильник, который сразу привлекает внимание своими габаритами. Высота в 143 см, ширина всего 49 см, а глубина 56 см. Весит он при этом 40,3 кг, что говорит о его надежности и качестве сборки. Внешне же аппарат выдержан в лаконичном стиле, который идеально впишется в любой интерьер кухни. Особенно хочу отметить его проверенную конструкцию. Она не только надежна, но и выглядит очень солидно. И не забудь заглянуть в описание под этим видео. Я подготовил для тебя полезные ссылки на магазины, где этот холодильник можно приобрести, а также специальный скидочный промокод, который сделает твою покупку еще более приятной. Полезный объем в 165 литров – идеальный размер для семьи из 3 человек. Основное отделение занимает 122 литра, а в морозилке тебе предложат 44 литра для замороженных продуктов. Мне особенно понравилась возможность настройки высоты стеклянных полок в холодильном отделении. Это позволяет гибко организовать пространство под свои нужды, а контейнер в нижней части идеально подходит для хранения овощей и фруктов. В дверце удобные полочки для бутылок и мелочей. Морозильная камера с 3 пластиковыми контейнерами – настоящая находка для тех, кто любит порядок. Можно легко сортировать продукты, а температура до минус 18 градусов Цельсия обеспечивает их длительное хранение. И не волнуйся о продуктах в глубине полки, яркая подсветка поможет тебе легко их найти. Работает этот холодильник достаточно тихо, всего 39 дБ. Ты даже не заметишь, как он заботится о свежести твоих продуктов. А класс энергоэффективности A+ говорит сам за себя, экономия электроэнергии налицо. Единственный момент, который стоит учесть, в холодильнике нет системы No Frost, так что придется иногда самостоятельно размораживать морозильную камеру. Но учитывая все преимущества, это маленький компромисс за качество и удобство. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Наморозь появляется. Стенки нагреваются. Без No Frost. Не для большой семьи. Плюсы. Компактный и вместительный, качественный пластик, закрытый испаритель, тихая работа, хорошо морозит, удобный лоток в морозилке, оригинальная форма для льда, стеклянные полки, хорошо держит холод. Вот и подошел к концу наш сегодняшний обзор. Не забывай, что в описании под видео тебя ждут полезные ссылки и скидочный промокод, который сделает покупку еще выгоднее. Мне будет очень интересно узнать твое мнение об этом холодильнике, так что не стесняйся делиться в комментариях. И конечно, если тебе понравился этот обзор и ты хочешь увидеть еще больше подобных видео, подписывайся на канал и не забывай ставить лайк. Жду тебя в новых видео. До скорой встречи!